Майор Малеев! Вот вам попутчица на остров Безымянный. Знакомьтесь, полярный летчик майор Малеев. Новый метеоролог Безымянного. Здравствуйте. Ася Москалева. Анна Васильевна. Анна Васильевна, звание имеете? Не имею. Военного звания не имеет. Летали? На самолетах летали? Нет, я лично никогда не летал. И зачем, товарищ капитан, второго ранга таких посылает на север? Ну, сколько же вам лет? 20. О, уже? Ну, простите. Решите быть свободным, товарищ капитан второго ранга? Пожалуйста. Вот здесь и отдохнете. Перед полетом за вами зайдут. Спасибо. Счастливого пути. Как вы себя чувствуете, товарищ Москалев? Знаете, это так хорошо. Просто необыкновенно. Я ведь в первый раз в самолете. Вот только шум в ушах очень сильный. Ничего, что шум. Пройдет. Это поскольку мы высоту быстро набирали. Перемена давления. Скажите, а почему вы все время говорите «поскольку»? А вы знаете, это очень заразительно. Вот мне тоже захотелось сказать «поскольку». Так вот, поскольку я, наконец, в Арктике, я очень счастлива. Ну, не сердитесь. А вы давно в Арктике? Нет, что вы. Где ж мне? 4 года. А, это у вас считается недавно. А сколько же лет в Арктике этот ваш майор, тот, который самолет ведет? И потом, почему он такой сердитый? Сердитый? Майор Малеев сердитый? Да. Что вы? Да он 15 лет в Арктике. И поскольку уж он... То есть, я хочу сказать, его вся Арктика знает. Даже остров его имени есть. Остров? Остров Малеева? Никогда не слышала. Ну так ведь не все же острова. Нет, мне стыдно не знать, ведь я на геофаке училась. И знаете, странное это чувство было, изучать сейчас географию, когда весь глобус в огне. Вот я и подумала, что сейчас не только изучать географию надо, а и защищать. То есть родину защищать, правда? Я не задерживаю? Что вы, что вы? Только вот извините, поскольку... Время пельм брать. Сейчас вот и ваш остров Безымянный принимать буду. А что, мы уже подлетаем? Ну как же так скоро? Нам еще долго лететь. Нет, пельм нужно взять, чтобы курс проверить. Можно мне посмотреть, как это делается? Сделайте одолжение, если вам интересно будет. И радиостанция каждый час на определенной волне передает один и тот же знак. Понимаю, по азбуке Морзе, да? Вот-вот. А вы знаете азбуку? Да, я была пионер-вожатой и обучала ребят. Так вот, радист засекает эти станции. Обычно бывает 3 таких станции. И передает штурману, на каком градусе они расположены. А штурман наносит на карту соответствующие линии. В точке их пересечения и находится ваш самолет или ваш корабль. Понятно? Очень понятно, спасибо. И значит, по этим сигналам движутся и самолеты, и транспорты, и военные корабли, да? Вот-вот. И наш остров Безымянный тоже дирижирует всем этим огромным движением и на воде, и в воздухе. Вот он, оказывается, какой... Важный остров Безымянный. Можно мне послушать? Вы знаете, мне ужасно хочется услышать какой-нибудь голос Безымянного. Какой же это голос? Ведь это не голос. Да знаю, знаю. Я же не жду, что это будет настоящий человеческий голос. Это будут гудки, длинные и короткие, понимаю. Но все-таки можно. Сделайте одолжение.
Здравствуй, остров безымянный. Благополучно, так сказать. Белила привезли. Рекомендую, Анна Васильевна. Кок Тимохин, он же свободный художник и живописец. По причине работы в Арктике много тратит цинковых белил. Рисует лед и снег. Здравствуйте. Ася Москалева. Знакомьтесь. Мичман Сударев, радист. Ася Москалева. Петин, механик. А это начальник зимовки Николай Кириллович Красинский. Москалева. Очень приятно. До сегодняшнего дня был штатским человеком. А с сегодняшнего? А с сегодняшнего? Рекомендую, товарищи, старший техник лейтенант Красинский. Я в мундировании тебе привез. Да? Да. А вы что же, и кошку сюда привезли? Мне ее поручили доставить сюда в качестве второй пассажирки. Знаете, понедельник, 13 число, авиация. Ну, Варечки, на шнурочек, а смотри, как разговаривает. Шнурочки-то мама пришивала. О войне мы только слышим, мы ее не видим. И если участвуем в ней, то, как сказать, помогаешь, что ли. Так вот, выпейте с нами эту рюмочку, чтобы вам не скучать на нашей простой, так сказать, некрасочной работе. Ваше здоровье. Что это, торт? По внешнему виду, да, но, в общем-то, это комбинации. Из макарон. Без жира. Пшённой каши. Полипло. Мы не будем вдаваться в подробности. Торт безымянный и все. Сегодня он испечен в честь вашего прибытия, Анна Васильевна. И поверьте, испечен очень вкусно, потому что стряпня Тимохин гораздо лучше, чем его живопись. Прекрасный человек, майор Малеев. А что, извините, говорит, просто, ну, больно слушать. Работа художника или заварной ванильный крем? Светотень или салат весна? Салат весна. Художник Тимохин одолой. Не любит, когда я про искусство говорю. Кулинария. Это же печальная ошибка моей жизни. Моя душа вот. Ну, Тимохин, если вы будете мучить нас вашими разговорами об искусстве, то старший техник-лейтенант наложит на вас взыскание. Он у нас теперь военный. Прижмем вашего врага. Куда, Николай Кириллович? Мне нужно взять погоду. А вы продолжайте, товарищи. А вы куда, Ася? Я с вами на метеоплощадку. Зря так спешите. Начали бы завтра. Надоест еще. Нет, нет, разрешите мне сегодня. Я вас не задержу. Ну вот видите, я уже готова. Ну, ну ладно. Замечательный торт. Идемте, Николай Кириллович. Ввиду ухода хозяйки объявляется перерыв. Неужели опять портсигар потерял, товарищ майор? Да не потерял, а забыл. Либо в Андерме, либо на Диксоне, либо где-нибудь в Мурманске. Минуточку, товарищ, не шевелитесь, вот так, стойте. Ручку вот так вот. О, так? О, позитурно, хорошо. Минуточку. Надо посмотреть, что там в самолете. Товарищ майор, ну хоть минуточку стояли спокойно. Вот, опять все испортил. Вот и рисуй таких. Крест. Кто здесь похоронен? Игнатий Лошкарев. Да, Феи Деньга. Тимофей должно быть. Больше ничего не разобрать. Ветром да снегом стер. Очертания букв, как видите, старинные. Четыре слова всего, даже 3,5. Все, что от них осталось, так вы хотите сказать. А вы знаете, это неверно, Анна Васильевна. И зимовки, и весь северный путь мы не сразу проложили. Давно здесь стали плавать русские люди?
Были у них лакошитные суда, кочи назывались. Так человек на 20. Вот на таких ледоколах шли они через весь ледовитый океан. Да, настойчивые были люди. Ну, время отведем. Вот в этой будке термометры, самописцы и прочее. Ну, в общем, действуйте. Это подводная лодка, да? Да. Наша подлодка? Нет, это не наша подлодка. Теперь вот здесь, прошу обратить внимание, неспокойно. Замечена подлодка, видимо, рейдер. Район Безымянного? Точно. Нужно прочесать весь этот район, все эти квадраты. Трасса этого каравана проложена, как видите, вблизи острова. Вот почему необходимо особенно тщательно следить за районом Безымянного. Кроме того, прошу учесть, беспрерывные метеосводки и радиопилинг первые 10 минут каждого часа будут передавать. Мыс Памятный, Евгения, Безымянный. Ваша задача такая. Прочесав весь район, вы пойдете вот сюда и найдете свое место в ордере конвоя. Сводить караван будет Малеев. Знаете такого летчика? Слышал. На время соединения военных кораблей с транспортами он будет базироваться на Безымянном. Вероятно, там и встретитесь. Этот мальчик? Мальчик мой сын Андрей. Андрюшка. Хорошее лицо. Он пропал. А может быть и погиб. Да, так я вас слушаю. Вы хотели о чем-то меня спросить? Вернее, попросить. Да? Но это не к спеху, Николай Кириллович. Нет, нет, пожалуйста, говорите. Видите ли, мне хотелось поучиться на радиста. А вы знаете, мой Андрей тоже мечтал быть радистом. Не вышло. Ну, а что касается вас, то, пожалуйста, лишняя специальность никогда не помешает. Вы сейчас на метеоплощадку? Да. Дорогу теперь сами найдете? Конечно, сама, Николай Кириллович. Красиво. Очень. Вы тоже вышли посмотреть? А я шла и все время останавливалась. Смотрите, смотрите. Мечи, стрелы. Вы знаете, я никогда не думала, что это может быть вот таким. Да, мне уж давно надо было привыкнуть. А я вот всегда, когда смотрю, как будто в первый раз вижу. А я думала, вам смешно, и покажется, что я так восторгаюсь. Так ведь действительно красиво. По правде сказать, мне это даже приятно. Приятно? Понимаю. Вы себя здесь хозяином чувствуете. Словно это ваше сияние. Будто вы его зажгли. Нет, зачем это? Мне приятно сознавать, что после нескольких часов лету вы находитесь здесь, в Арктике. И можете спокойно видеть ее величавую красоту. Да как же это не видеть? Это вы сейчас так можете говорить. А попробовали вы отправиться сюда, на этот остров, когда не было еще Северного пути? Когда всякое передвижение, ну что там передвижение,
когда каждый шаг стоил неимоверных усилий. Север, одиночество и великое безмолвие, от которого люди в тоску впадали, и в какую тоску. И только самые мужественные люди, невзирая ни на что, могли увидеть великую красоту Севера. Вот всадники. Красиво как. А вы знаете, это хорошо, что Арктика вам сразу показалась прекрасной. Вот характер у ней, прямо скажем, неважно. Да, чтобы завоевать Арктику, нужно очень любить ее. Скажите, Платон Никитич, а это правда, что в Арктике есть остров вашего имени? Остров Малеева. Ну уж и остров. Так, островок. Да, но вы его открыли. Ну, нанес на карту. Да, я еще вас хотела спросить. Вы здесь много летаете? Вы не встречали на севере Ткаченко Алексея Дмитриевича, капитан-лейтенанта? Не знаю. А что, это родственник ваш? Нет, просто товарищ. Не встречал. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Вот он, безымянный. Красивое местечко. По местам стоять, на якорь становиться. Действительно красивое местечко. Сфотографировать, взять на память и никогда не приходить обратно. Пожалуй. Вызвать безымянный. Есть вызвать безымянный. Пожалуйста. Прошу. Тут у нас вроде гостиница, как сказать, для приезжающих, прилетающих и приплывающих. Восьмидесятая параллель. Почти на краю света. Уютно, тепло. И что, бывают гости? Ну как же, и сейчас есть дорогие гости. Майор Малеев и его экипаж. Здравствуйте, товарищ капитан. Здравствуйте. Разрешите? Пожалуйста. Здравствуйте, товарищ капитан лейтенант. Здравствуйте. Моряк? На мертвом якоре. Другие товарищ капитан и лейтенант воюют, а мы тут... А вы тут... Вам интересуются в высшей степени немцы. Нашего хлеба свалили, товарищ капитан лейтенант. Благодарю, я уже ужинал. А вот отдохнуть на твердой земле часов не откажусь. А, пожалуйста, располагайтесь. Мичман, проводите. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Прошу. Если память мне не изменяет, то совсем недавно еще был здесь один. А, вы тот, на котором спала кошка? Да. Весьма вероятно. Если не ошибаюсь, вы майор Малеев. Вам поручено сводить конвой с караваном. Это вам в штабе сказали? Да. Мне. А это вы за рейдером гонялись? Что же, удачно. Прочесал район безымянного, пусто. Видимо, немцы сейчас на трассе конвоя рыщут. Да, для них сейчас лакомое блюдо. Груз, как говорится, особой важности. Немцам теперь Арктика поперек горла стала. А кто, как не они, недавно утверждали, что Северный путь – это очередная блажь большевиков, что военного значения он не имеет? На Японию рассчитывали. Думали, что во время войны японцы Берингов пролив блокируют, а японцы испугались. Это верно. Немцы ведь прямо утверждали, что Северный морской путь невозможен из-за природных трудностей. Ну и выходит, что немцы ошиблись вдвойне. И с Японией, и с природой. Втройне и с советской властью. Они нас все по Николаевской России мели. В Мосторге купил. Да? Очень удобно в походе. Прошу, у меня есть другая запасная. Ну, спасибо за подарок. Как вас зовут, чтобы знать, за кого молиться? Ткаченко. Капитан-лейтенант? Да. Да, я слышал о вас. От кого? Да так в штабе говорили. Ага. Ну, спасибо. Пойду делом заниматься. Да и мне пора. Ты что на меня так смотришь? Любуюсь.
Идет к тебе военный форма. Эх, Андрюшки нет. Он был бы доволен. Найдется твой Андрюшки Вилыч. Сейчас трудно. Миллион людей двинулись с места. Потеряться не мудрено. Ты думаешь, найдется? Дай срок, отыщем. Уж я его тогда к себе в авиацию заберу. В гости к тебе летать будем. Ну, ты все такое же. Тебя и война не берет. Ну, что-то изменилось тебе. А что, никак не пойму. Хуже стало. Ну, нет, почему не хуже? Ну, как ты попал сюда, на край света? Здесь же Арктика. Даже белые медведи. Ты шутишь? Да ничего страшного, Алеша. Я приехала сюда работать и знала, куда еду. Да, и почему ты мне не писал? Уехал тогда и исчез. Да ведь война, Сенька. Получил приказ тот же вечер на корабль. После твоего отказа в первое время я, конечно, не мог тебе писать. Но потом, когда захотелось написать, так было уже поздно. Ты куда-то эвакуировалась. Я так и не смог разыскать твой адрес. А я часто думала о тебе. Да. Ты ведь самый лучший друг мой, Алеша. И мы бы, наконец, стали хорошими товарищами. Поэтому давай сразу условимся. Ты мне больше не будешь говорить о любви, хорошо? И не надо грустный класс. Все. Что все? Все будет исполнено, Асенька. Доброе утро. Здравствуйте. Познакомьтесь, это Ткаченко, мой друг. А мы уже знакомы. Да? Пойдем, Алеша, посмотришь, как я устроилась. Пойдем. Майор, не видал нашего капитана-лейтенанта? Странно, что вы все вяжетесь ко мне с этим капитаном-лейтенантом? Я сам по себе, он сам по себе. А чего ты взялся? Я просто так спросил. Ну, я просто так ответил. Он пошел туда, к Анне Васильевне. Товарищ капитан-лейтенант, вам шифровка. Мышей ловить надо или крыс? Работать надо, а не попрошайничать. Здесь нет ни мышей, ни крыс. Пускай рыбу ловит. Будь здоров, старик. Будь здоров. Будьте здоровы. Ничего, коробки. Ракеты. Штурман, идем к военным кораблям. Транспортом следовать кромке льда. Есть. Прокладываю курс. Открылся экскорт. Выпил. Радирую в штаб. Задание выполнено. Караваны охранения сведены. Есть. Запросите разрешение занять место в конвое. Есть, запросите. Воздух! Самолеты противника! Левый борт 90! Боевая тревога. Открыть огонь! Командиру 34-го сопровождать транспорт «Комсомолец» к Восточной банке. Идти согласно инструкции. Старшим назначаю командира 34-го, капитан-лейтенанта Ткаченко.
Запросите транспорт комсомолец, нужна ли им помощь. Вы знаете, Ася, я еще помню то время, когда на всем пути от Архангельска до Петропавловска ни знака, ни огонька, ничего не было. И вот, смотрите, все только 10 лет прошло с тех пор, как по замыслу товарища Сталина Северный морской путь создали. И сундук с сокровищами открылся. Нефть, слюда, уголь. Редчайшие металлы. Ведь вот Якутия, она богаче Аляски будет. А Чукотка? Чего только нет в Арктике, а? Не знаю, Николай Кириллович. Апельсинов нет. Апельсины будут, дать только срок. Вон меня на Диксоне помидорами угощали, собственными. Да, позвольте, мы с вами еще урок не закончили. Давайте проверим, как будете на слух принимать. Читайте. Вызовите Диксон. Правильно. А что вы для этого сделаете? Настраиваю свой передатчик на волну по расписанию. Даю позывные Диксона, а затем свои позывные. Правильно. Ну, а дальше? А дальше переключаю рацию на прием. И слегка гуляя по диапазону, настраиваюсь на волну Диксона. Ну что ж, допущу вас, пожалуй, передачи пилинга в следующий срок. Спасибо, Николай Кириллович. Пожалуйста. Продукты горят. Масло, сахар, крупа, мука налевка. Жизнь. Он только того и ждет, чтобы мы выскочили. Мичман, через 2 минуты мы должны передавать пилинг. Останетесь за старшим. Есть. Куда? Пилинг, надо начальнику помочь. Все в порядке, Асенька, работает. А я думала, что мы не передадим пилинг, Николай Кириллович. Ну что, Ася, вы что ж думали, что у нас нет запасной рации? Ну, вы ждите, будет свободное время. Я вас сведу на старую шхуну. Вот там увидите, как у нас все устроено. Похоже, что улетают. Вероятно, весь груз сбросили. А мы все-таки передаем пилинг. Можно мне, Николай Кириллович? Что? Разрешите немножко. Что с вами поделаешь? Садитесь. Остров Безымянный. Точно. Безымянный. 151. 151. Ну что ж, сбились в самую малость. Спасибо зимовщикам. Хорошо работают. Привычное дело.
Северный путь. Вот и лучше стало. Ну, ага. Можно топить. Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом. По листам затрепетало. Кок. Топи, топи, да красна топи. Дым не беда, лишь бы тепло было. Терпи, Ася. Вот завтра придет к нам эсминец, все наладится. Отстроиться нам помогут. Мне бы хотелось внести некоторую ясность. Эсминец не придет к нам ни завтра, ни послезавтра. Я доложил командованию, что мы отстроимся сами и будем продолжать работу нормально. Товарищ начальник, посмотрите на Кока. Он думал эсминец рисовать, а ему придется за молоток взяться. Который час? У меня часы остановились. Без четверти девять. Ты на площадку? Да, завяжите. Дойдешь ли? Ветер невообразимый. Хотите, я скажу, Ася? Что вы, Николай Кириллович? Собирайся и ты, Кока. Куда? Пойдем за досками, стену будем чинить. Да куда же в такую пургу за лесоматериалом? Смешно даже слушать, честное слово. А оладьи? Оладьи подождут. Да как же подождут? Да давайте, Тимохин, не будем пререкаться. Ну и руки поморозим, и толку чуть-чуть будет. Ну много ли мы можем принести? Ветер, с ума сойти! Смотри, унесет! Уже уносит! Стой!
Да, да. Безымянный? Что безымянный? Ну что, безымянный? Нет, товарищи. Определились? Молчит безымянный, товарищ командир, как гроб молчит. Вы эти гробы бросьте. Я вас не прошу приводить художественные сравнения. Аппаратуру надо иметь в порядке, штурман. Аппаратура в порядке, товарищ капитан-лейтенант. Памятный принимаем, Евгению принимаем, только безымянный молчит. Непостижимо. Можно сказать, в двух шагах от него находимся. Человек за бортом. Лево по корме. Лево руля. Живой. Из такой водички выйдешь живой. Как же? Это начальник зимовки безымянный. Вот почему не было пилинга. Я быстрый! Я быстрый! Слышите меня? Радуга, я быстрый! Я быстрый! Слышите меня?
задушили меня, потом тащили по снегу, бросили на палубу. Рядом со мной был этот Петин, да. Должно быть, Петин. Потом стали погружаться, я не помню, больше ничего не помню. Немцы увидели вас и стали погружаться. Где Петин? Мы подобрали только вас. Наш Пелинг. Безымянный. Безымянный. Ну кто же? Кто там? Не знаю. Кто жив? Не знаю. Кто радирует? Фашистами. Зимовщики погибли почти все. Осталась одна Москалева. Москалева? Помните вашу пассажирку? Вот она и передает радиопеллинг. Так что ты зря, Платон Никитич, тогда спрашивал, зачем таких посылает в Арктику. Надо ее оттуда вывести. Может, она ранена, больна. Разрешите идти? Иди. Успокойтесь, пассажирка. Шапку оденьте, а то застудитесь. И варежки, как прежде, в шнурочках. Теперь нечего расстраиваться, все в порядке. Штаб послал меня узнать, что у вас здесь делается.
суровая красота севера. Лодка! Слева 20! Дистанция 10 кадритов! Убийные бомбы! Комсомольца! Передать на комсомольца изменить курс. Поздно. Бывает! По всплывшей лодке! Огонь! Лево на борт! Лево на борт, говорю! Идем на торпеду! Остались корабль! Живо! Платон Никитич, я раньше думала, что вот кончится война. Там, на большой земле, они ко мне в гости будут приходить. Придет Сударев и скажет: я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом. Или Тимохин придет и будет говорить о живописи. Или Кириллыч. А вот теперь все они погибли. Ну, вот и проще, Анна Васильевна. Вы их без году неделю знаете. А я Кириллыча помню, когда он об Арктике только мечтал. Время здесь значения не имеет. Вот я вас совсем мало знаю. Скажите, почему вы так странно тогда попрощались со мной? Разве я в чем-нибудь была виновата? Я сам был виноват, Анна Васильевна. А это кто это такой самодовольный толстяк в летном шлеме? Это вы. Я? Ну, знаете. А зачем ее тут повесим? Пусть висит. Разрешите обратиться, товарищ майор? Шифровка. 34-й охотник подорван торпедой. Люди в шлюпке. Необходима помощь. 34-й? Товарищ майор, это Алешин охотник. Платон Никитич, это корабль капитан-лейтенант Ткаченко. Помните, он тут был? Разрешите доложить, товарищ майор? Штормина сейчас, не взлететь. Идите, разогревайте моторы. Есть, разогревать моторы. Ну, вы же помните его, Платон Никитич. Ну, помните, он тут был, такой высокий. Это он там гибнет. Когда нам дают задание, нас не спрашивают, знакомы мы с теми, кого нам надо спасать, или не знакомы. Подробности здесь роли не играют. Ветер нельзя лететь, вы разобьетесь. Вы слышите, что я говорю? Слышу. Но только это тоже подробности, которые не играют роли. Прощайте. Найдут нас. Летчики найдут. Включаю радиолокатор. Они должны быть где-то здесь. Пока не видно, командир. Командир, на раз мне давайте не очень.
Самолет гудит, слышите? Самолет! Да-да, слышу. Есть! Что-то есть! Правее! Еще правее, товарищ командир. Не я говорю, техника говорит. Еще есть влево, товарищ командир. Слышу, влево. И не кричи так, перепонки лопаются. Есть, лопаются. До точки 5 миль. Снижаюсь, штурман. Сейчас будем садиться, штурман. Как думаешь? Разобьемся, товарищ майор. А если улетим, как потом жить станем? А может, сядем и не разобьемся? Коньяк. Коньяк, Николай Кириллович. Поскольку сейчас первое дело согреться. О, закоченел-то как. Коньяк. Коньяк, товарищ, капитан лейтенант. Спасибо. Спасибо. Я сам, сам. Садитесь. Как самочувствие? Тут ничего, надышался. А вы с Безымянного? Угу. Плохо там? Да, неважно. Скоро сами увидите. А ваша знакомая оказалась молодцом. Она ждет вас. Спасибо. А это вы и сами скажете, капитан. Дед, принеси папирос. Курите. Прошу принять портсигар. От меня на память. Вы мне уж второй раз давите. Трудно взлететь? Взлететь невозможно. Извините меня, но я считаю, что я не следовал садиться. Зачем же гибнуть всем? А кто вам сказал, что я собираюсь гибнуть? Да ведь взлететь нельзя. Вы сами сказали. Взлететь нельзя, но выход у нас все-таки есть. Не понимаю. Какой? Рулить к Безымянному. По такой волне? Едва ли это возможно. Едва ли, это не значит, что совсем невозможно. Кое-какие шансы у нас все-таки есть. И сколько же у нас таких шансов? 3, а может быть и 4 нас. Как видите, есть за что ухватиться. Вижу.
Жалею, что не имел случая раньше познакомиться с вами поближе. Вот и познакомились. И Петина нет. Что-то мне нехорошо. Водички бы выпить. Мы с ним аж туда, к самым белым скалам ушли. В яме спали, как медведи. Думали, немцы здесь. Увидели самолет. Малеев, что ли, прилетал? Малеев. Значит, нас теперь... Трое осталось. Плохо, командир. Да не важно, что. Взлететь невозможно. Товарищ командир. Бежите, старшина. Бежите. Полотно. Спасибо. Вы, Анна Васильевна, не подумайте. Я же сам понимаю, художник из меня никакой. Плохо рисую. Прям, можно сказать, безобразно. Но люблю живопись. Постойте, Тимохин. Это ветер будет. И не могут они так быстро вернуться. Их искать надо в море. Так вот я и говорю. Видите ли, Тимохин, сказать по правде это... Ничего не надо говорить. Вы поняли, что это для меня дорого. И этого я никогда не забуду. Никогда. Я все-таки пойду посмотрю, может быть, они прилетели. Нет, нет, сидите, вы и так замерзли. Красота севера. Что? Безымянный. Делаю. А безымянный твой работает. Вот видишь, дорога мечтателей в великий северный путь превратилась. Увидеть бы, как это все лет, лет через... Что?
начинаем передачу для полярников. Николай Кириллович Красинский. С вами будет говорить ваш сын из Архангельска. Что это такое? Слушайте, включаем Архангельск. Здравствуй, отец. Это я, Андрюша, твой сын Андрей. Я очень рад, что можно с тобой побеседовать. Я очень много пережил, папа. У меня отыскали летчики, друзья твоего друга Платона Малеева. Папа, меня взяли все в морпуть. Я учусь на радиста. Ты, пожалуйста, меня извини, что я сбивчиво говорю. Но, папа, мне передали письмо твоего друга Платона Малеева. И я прошу тебя разрешить мне с ним летать. Ты мне, пожалуйста, разреши. И тогда я прилечу к тебе на зимовку. До свидания, дорогой папа. Пора и нам с тобой проститься. И семенец идет. Ну, конечно, он опять забыл под себя. Возьми, Асенька, увидишь Малеева, отдай. Ты ведь его увидишь? Не знаю. Увидишь. И будешь счастлив. Не умею я вручать. Ничего, товарищ начальник. Хорошо вручили, спасибо. Да, я тебя привинчу. Да. Ну, сам справишься. Теперь вам, капитан-лейтенант Ткаченко. Поздравляю. Служу Советскому Союзу. Носитесь с честью, друзья мои. А ваш комсомолец дошел. Они вас и вашу команду к себе на борт приглашают. Хотят чествовать своих спасителей. Ну, да, официальное приглашение вы еще получите. Придется вам, товарищ майор, еще раз сходить на Безымянный. А что, да? Что случилось? Да нет, все в порядке. Народ надо туда доставить. Приказано зимовку усилить. Опять забыл портсигар? Или в Андерме, или на Диксоне? Вы забыли его не в Андерме и не на Диксоне. Вы забыли его на Безымянном, и вам его передадут. Вы что, Тимохин, задумались? Что-нибудь с обедом? Нет, что вы, Анна Васильевна. Что обед? Три блюда. Закуска, пирог с рыбой и десерт. Торт Безымянный. Нет, все мелочи. Я о другом думал, Анна Васильевна. Я о великом. Великом? Анна Васильевна, вот немцы пытались нашу зимовку в пепел обратить. А мы вот новоселье справляем. И еще лучшую зимовку обстроили. Так сказать, с учетом прошлых ошибок. Анна Васильевна, ведь это же художественный символ. О, спасайся, кто может. Тимохин о художестве заговорил. Нет, нет, не перебивайте. Он очень хорошо сказал. Говорите, Тимохин. Да нет, Анна Васильевна, как-нибудь потом. Некоторые этого не поймут. Нет, Тимохин, это поймут все советские люди. Вы обязательно скажете это сегодня. И мы поднимем за это наш первый тост. Командир приказал передать Безымянный. Вон там была старая зимовка. Немцы сожгли. А это новое. Североморцы выстроили. За 6 дней сработали. Наш командир часто говорит. Суровая красота севера.
Шушу в гостиной встречается. Каждый по-своему. Вы улетаете, не прощаясь. Я встречать не выхожу. Ну вот я сейчас, если разрешите, пришел попрощаться с вами. Уже? Да, получил приказ. Особое задание. Я не знаю, где и когда я увижусь с вами. Но я хочу, чтобы вы знали, что вы для меня очень дороги. Вы не говорите сейчас ничего. Вы ответите, когда я вернусь. Прощайте. Я буду вас встречать.